пройти по реке Приголя, войти в Дейму, выйти в Куршский залив, дойти до исторического маяка в поселке Заливино. Для начинающих мореходов задачи непростые. Течение, встречный ветер и мозоли на ладонях, на которые, впрочем, к концу похода уже не обращают внимания. Все время, сколько, полтора часа гребли. Ну и такая мозоль появилась. Ничего страшного, до свадьбы доживет. Поход на весельной регате по внутренним водным путям Калининградской области проходит в 17-й раз. Юные мореходы учатся управлять маломерными судами, изучают историю и природу Калининградской области. В этом году поход посвятили 350-летию Петра Великого. Поход морской, поход на ялах. Мы пройдем по пути, по которому в 1716 году прошла эскадра Петра Великого, галерная эскадра. В шлюпках ученики морских клубов, кадеты и курсанты военно-морских учебных заведений Калининградской области. Среди 70 участников 4 девочки. По подготовке и выдержке они ничуть не уступают мальчишкам. Гребут наравне со всеми. Под палящим солнцем уже устаешь. Мы включаем мотор, ложимся, и нужно закрыть как можно больше открытого пространства тела, чтобы не сгореть. У исторического маяка в Заливино участники похода делают специальную остановку. Здесь проходит главное состязание похода – гонка на веслах. В каждой команде по 6 гребцов. Нужно обогнуть Белый буй почти в центре Куршского залива и первыми достичь финиша. В походе участники провели почти неделю, встречали рассветы и закаты, учились определять местоположение и читать карты, с воды наблюдали за населяющими реки и Куршский залив водоплавающими птицами. Там очень интересные цапли есть, так называемые теневые, которые образуют при помощи крыльев такое теневое затемнение, и рыба туда подплывает. Вот такой у них очень хитрый способ охоты. Оставив за кормой 160 километров, сегодня юные мореходы вернулись в Калининград. Каждый из них получил вот такую медаль с изображением молодого Петра Первого. И многие из них уже записались в поход, который состоится через год. Жанна Мейлер, Михаил Эльбаум, Калининградская область, ОТР.